Может, он и захватит, смотри. Пожалуйста, не пускай. Давай, медведь, падай, падай, падай. Сегодня пришла играть на автоматах и выигрывать игрушки, выигрывать тикеты, талончики, чтобы их тратить на игрушки. Пошли. Тебе не нравится такое? А что? Ничего нет. Смотри, может, там будет эти жетоны все сбросить. А? Ладно, пошли на какой ты хочешь. Я попробую выиграть игрушку. Давай. Или другую штучку. Давай посмотрим, какие тут смотри, есть. Какие пандочки. Давай посмотрим, какие есть. Давай. Или вот здесь аппарат. Можно выиграть часы, смотри. На карту. Грушу надо ударить. Я не ударю. Не сильно не сможет. Можно попытаться игрушечку достать. Я думаю, они не достанут. Вот эта легенькая, может, и достанется. Что-то маленькое. Интересно, что смайлики какие прикольные. Черепашку хочется. Но я нереально. Ой, фламинго вообще классно. Такой крючок. Попробуешь? Нет. Сейчас? Да, не хочешь? Ну, давай, попробуй. Какое? Давай решим, какое брать. Может, вот он, может, самое крайнее. Вот, вот это. Вот это. Да, бросай, наверное. А я не умею играть там. Давай, ну попробуем, учись. Главное, не спеши нажимать на кнопку. Управляй. Вот так, вот так. У тебя еще есть 20 секунд. Мама, не спеши. Так, вот так. Да, да, наверное. Или чуть-чуть еще дальше. Туда. Не-не, чуть-чуть в эту сторону. В эту сторону. Левее. Наверное, вот так вот пробуй. А возьмет оно, возьмет. Она, а, не захватило. Ладно, давай мы это не будем, потому что мне кажется, это все не то. Да. А здесь мячик можно вытащить. Это, мама, мне кажется, нереально. Ох, какой большой, смотри, захват. Да. Наталья, мне кажется, да, давай на чем-то и другом поиграем. Что вот здесь вот за аппарат? Тут брелочек. Что надо делать? Старт. Когда нажимать старт? Непонятно. Непонятно. Пошли лучше с другого, да, чтобы понятно. Вот здесь надо кинуть монету. Вот, это такой аппарат. Вот. Такой аппарат. Тут можно выиграть приставку, мягкую игрушку и так далее. Сюда надо кинуть монет. Будем пробовать выиграть что-то из шестерки. Что оно выбросило? Вот оно вылезло. Давай, Аку, смотри, когда надо остановить. Нормально, давай, продолжай. Ладно, все. Попробуем вдруг. Надо сильно или когда моргает определенное так, количество? Давай. Ну давай. На, подержи, пожалуйста. Держу. Мама! Застряла? Да. У нас монета застряла. Давай другой монету. Ой, она вылезла. А, вот. Сосредоточься. Ну, за это ничего не купить. Ну, да. Это же палец. Может быть, целое евро потратили и выиграли 5 таких жетончиков. Всего лишь. Давай сюда.
тоже интересно, мячик, куда он попадет. Он может попасть в джекпот. Может попасть вот сюда в джекпот. Тогда мы выйдем, тогда монеты будут, вот эти жетоны будут постоянно вылазить. Давай. Мало денег остается. Да, у нас осталось еще. Сейчас будет выпадать мячик. Только надо прицелиться, Катя, чтобы он упал в джекпот. Нажимать на кнопку. Он прыгать. Да. Сосредоточься. Сейчас оттуда выпадет мяч. Вот где-то бывает, да? Нажимай. Сейчас, отключи на джекпот. Где-то сейчас. Вот мяч упал. И куда он попал? Ой, смотри, талончики полезли. Все. Совсем чуть-чуть. А сколько там штучек? Смотри, а там дядя выиграл игрушки мягкие в аппарате. Может, нам тоже там повезет? Я хочу какой-то другой аппарат. Мне не нравится такой. Давай другой аппарат. Давай. Давай. Я хочу черепашку. Она такая милая. Черепашка большая. Ее может... Вот такой красивый центр развлекательный. Смотри, там есть боулинг, да? Да. Здесь хоккей настольный. Давай. Минго хотелось. Мы вернулись обратно сюда. Как вы видите? Дядя выиграл только что здесь динозавра. А тебе... может попробовать выиграть вот этим? Сверху? А ты как не выиграешь? Это для красоты по цене. А как это? Давай попробуем сейчас что-нибудь. Еще раз? Ну, давай черепашку. Давай черепашку. Но мне кажется, мы ее не выиграем. Они так сильно туда зарыты. Может, вот этот вот смайлик получится? Прицелься какой? Какого? Лучше брать самый, который ближе всего. Ну, хочется выиграть, да?
реально, наверное, побольше. Должна быть в комплекте, есть должны волосы быть еще, да, обувь какая-то, в общем, аксессуары, шнурочек, она как брелок идет здесь, она свои краски смешивает. Кисти нету, мам. Давай мы ее сейчас соберем и тогда покажем вам. Куколка, кукла художница, а тапочек у нее просто она плохо ставится. Все равно она прикольная, правда? Кисти не было. Но зато вот такая вот красивая. Катя, смотри, я кисть нашла. Вот же кисть упала. Она такая мелкая. Вот, она макнута в красную краску. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И если вам интересно,
могу еще раз сюда прийти, но это по вашим комментариям. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока!